Дорогие друзья, я присоединяюсь к поздравлениям с великим праздником. Мы сегодня, нам посчастливилось быть на молебне на Владимирской горке, в котором принимали участие наши главы государств. Надо сказать, что после этого торжественного события говорить о цивилизационном выборе даже как-то неприлично. За нас этот выбор сделан был 1000 лет назад, и благодаря этому выбору мы, собственно говоря, до сих пор живем и здравствуем. Не было бы этого выбора, не было бы ни Украины современной, ни России. И, собственно говоря, только оставаясь на этой стезе, мы можем твердо и уверенно смотреть в будущее. В то же время, конечно, всегда у нас есть Иваны, не помнящие родства. И вот такое впечатление, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которую Украина собирается подписать, с украинской стороны писали вот как раз Иваны, не помнящие родства. Там, кроме экономической части, которую мы обычно анализируем, и правовое, которое Виктор Владимирович подробно рассказал, существует еще идеологическая часть. Там соглашение начинается с того, что, опираясь на общую историю Украины, Европы, на общие духовные ценности и все прочее, действительно, Украина длительное время была вместе с тем, что сегодня называется Европейский Союз. Она несколько веков жила под Польшей. Украинский народ хорошо помнит, что это было за жизнь, как относились к украинскому народу. Он был практически лишен в правах и превращен во второсортное население. Украина была короткое время под германским гнетом в период оккупации и тоже хорошо помнит, каково это было вместе с Европой находиться в одном союзе. И надо сказать, что то соглашение, которое готовится к подписанию сегодня, оно мало чем отличается от тех, только формы стали другими. В том смысле, что Украина присоединяется в ассоциацию с Европейским Союзом как неравноправный партнер, как партнер, который лишает добровольно себя права участия в принятии решения. То есть она в одностороннем порядке обязуется выполнять норму Европейского Союза в области технического регулирования, в области торговой политики, в области таможенного регулирования, санитарно-ветеринарного контроля, и при этом не имеет права влиять на принятие решения в Европейском Союзе. Надо сказать, что, вообще говоря, все эти сферы регулирования, по которым Украина односторонне обязуется выполнять директивы Европейского Союза, это как раз те сферы, которые мы делегировали в таможенный союз. Поэтому, когда в мае месяце был подписан меморандум в Астане о том, что Украина и страны, члены таможенного союза, соглашаются с тем, что она присоединяется, наконец, снова к процессу евразийской интеграции, на правах пока наблюдателя, мы это расценили как важный шаг по возвращению Украины в евразийский интеграционный процесс и восприняли это именно как намерение двигаться дальше в общей работе по формированию единого экономического пространства. Но когда мы прочитали текст этого соглашения с Европейским Союзом об ассоциации, возникли вопросы, потому что не может Украина отдать все свои суверенные права по тем функциям, которые мы передали в таможенный союз Брюсселю, и при этом быть наблюдателем или участником нашего процесса, потому что она теряет правосубъектность. Украина перестает быть суверенным государством по всем тем функциям, которые переданы сегодня таможенному союзу. Поэтому таможенный союз даже говорить с Украиной больше не сможет ни о чем, поскольку прерогатива принятия решений в этих областях Украина делегирует Брюсселю. Поэтому все вопросы участия Украины после подписания соглашения, если, не дай бог, такое состоится, в взаимоотношениях с таможенным союзом и Россией, мы будем решать не в Киеве, а будем решать в Брюсселе за Украину, поскольку именно брюссельские директивы Украина будет выполнять. Мы обычно обсуждаем экономические вопросы. В Киеве недавно, буквально пару месяцев назад, мы обсуждали вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе. И надо сказать, что за 3 года нашей совместной работы российских и ученых-экономистов мы только все больше и больше убеждаемся в правоте тех цифр и оценок, которые говорят о жизненной важности, необходимости возобновления участия Украины в евразийском интеграционном процессе. Недавно мы даже проводили обсуждение с нашими европейскими коллегами в Международном институте прикладного системного анализа и тоже в очередной раз убедились в нашей правоте, в правоте наших цифр, за которые мы отвечаем.
Эти цифры однозначно говорят о том, что участие Украины в таможенном союзе с Россией, Белоруссией и Казахстаном позволяет стабилизировать украинскую экономику, дает дополнительные возможности, которые оцениваются почти в 300 миллиардов долларов дополнительной продукции в горизонте до 2030 года, позволяет нарастить объем экономической активности в сумме 15%, выйти на уровень валового продукта на 8% больше, чем был бы без интеграции к 2030 году. То есть огромные перспективы, ясный счет, понятно, за счет чего это происходит, за счет развития кооперации, сотрудничества. И не лишне вспомнить, что когда мы жили в одной стране, Виктор Иванович про зарплату говорил, на Украине зарплата была выше, чем в России, а сейчас она в два раза ниже. Это плата за разрыв кооперационных связей. Мы эти кооперационные связи видим, мы понимаем, что нужно сделать для того, чтобы они развивались в наукоемком секторе, в авиастроении, в атомной энергетике. И прямой счет даже показывает, что проекты, которые сегодня у нас в повестке дня, дают возможность занятости примерно 600 тысячам человек, сверх того, что есть сегодня. Для краткости просто приведу итоговую таблицу, которую мы на основании многолетних исследований, подбив итог, так сказать, двух разных вариантов. Украина участвует в ассоциации с Европейским Союзом, создавая зону свободной торговли с ЕС, и Украина включается в наш евразийский интеграционный процесс. В первом случае интеграция с Европейским Союзом по торговому балансу минус 2,4 миллиарда долларов, то есть он становится еще более тяжелым, еще более негативным для Украины. В нашем случае улучшение торгового баланса на 10 миллиардов долларов. Разница 11-14 миллиардов – это то, что Украине жизненно важно сегодня для обеспечения стабильности платежного баланса, стабильности гривны и устойчивого макроэкономического развития. По валовому продукту, по всем расчетам, не прослеживается позитивного эффекта участия Украины в ассоциации с ЕС вплоть до 2020 года. Влияние будет негативным, и оно может повлечь падение валового продукта на 0,5%, на 2%, на 3%, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. У нас же, как я уже говорил, плюс 9, плюс 8% к концу прогнозного периода. Украина будет производить больше продукции, причем больше высокотехнологической продукции, чем в ситуации без интеграции. Уровень жизни и доходы населения. Здесь различия между двумя вариантами достигают 40-50%. То есть по всем цифрам, за которые, еще раз я скажу, мы полностью отвечаем, выбор кажется очевидным, однозначным, и как бы спору даже среди экономистов здесь особых не возникает. Наши оппоненты не могут предъявить никаких контрвозражений, никаких четких расчетов и цифр. Вместо того, чтобы считать, они прячут голову в песок под названием «цивилизационный выбор». Но что это за выбор? Коль скоро мы сегодня на Владимирской горке в очередной раз присутствовали, отмечая 1025-летие этого выбора, вопрос очень туманный, потому что если говорить исторически, здесь все понятно. Выбор был совершен и духовно более тысячелетия назад. Если говорить в юридическом смысле, то Виктор Владимирович уже объяснил, что украинская правовая система, она соответствует всем тем стандартам, которые, считается, Украина получит от участия в ассоциации с Европейским Союзом. Если говорить о духовном выборе, здесь тоже все понятно, 80% граждан Украины исповедуют православие. То есть, что же это за цивилизационный выбор, что под этим понимают наши оппоненты, вопрос остается, конечно, совершенно неясным. И дискуссии на эту тему, которые ведутся на всех уровнях, на публичных площадках, дальше общих слов не идут. Поэтому на нашем круглом столе, я надеюсь, мы сегодня, может быть, проясним, что такое цивилизационный выбор, как его понимать, что под этим понимают наши оппоненты, и как этот цивилизационный выбор толкует уже не только экономисты, но и историки, философы, филологи, культурологи. И, может быть, это наше заседание станет переломным. И благодаря большому участию журналистов, пишущей прессы, думающих людей, нам удастся вернуть дискуссию об интеграции Украины с Европейским Союзом или
с Евразийским союзом, который сейчас формируется, в какое-то конструктивное, прагматичное русло.